Основные работы нацпроекта в этом году выполнены, рапортуют ответственные. Остались благоустройство, выравнивание отдельных ливневых колодцев, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения. Улица Гагарина – последняя в списке автодорог, подлежащих ремонту в 2020-м. Здесь обновили асфальтобетонное покрытие на всем протяжении. Всего 1 километр 160 метров. Работы велись круглосуточно. Выполняли ночью работы по укладке асфальтобетона, а до этого по ремонту и поднятию колодцев, инженерных сетей. Как здесь их оказалось, около порядка 90 штук. Вот. А днем мы, то есть подрядная организация, работала по устройству и ремонту пешеходных тротуаров. Всего в этом году в областном центре отремонтировано 28 километров улично-дорожной сети. В планах на 2021 ремонт порядка 20 участков. Говоря о протяженности, это 23 километра.